Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители города Дивногорска Красноярского края, обращаемся к вам как к последней инстанции, которая сможет нам помочь. В 2012-2013 годах в черте нашего города выделено 209 участков для многодетных семей по федеральной программе. На сегодняшний день нам до сих пор не подведены коммуникации, электричество, водоснабжение. Также нет дорог, чтобы добраться до своих участков. Поэтому многие семьи не могут начать строительство и проживать в уже построенных домах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Также некоторым семьям отказывают в разрешении на строительство, мотивируя это тем, что выделенные участки находятся в санитарно-защитной зоне. Неоднократные собственники участков обращались в местную и краевую администрацию, писали губернатору и в администрацию президента, но результата нет. Владимир Владимирович, вот такие вот дороги на наших участках, на которых вообще невозможно проехать и подвести даже просто материал, чтобы начать строительство. Поэтому вот обращаемся к вам. Помогите, пожалуйста.